Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. На связи снова Дровивка. Продолжаем с вами играть в проект Offroad, проходить последние финальные этапы челленджа. Блин, как он выглядит, да? Прям у него эти, как его, пружины, прям вообще жесть. Надо, конечно, повыше, наверное, поставить. Но я ничего не стал менять. Как есть, так и есть. То есть, как мы в тот раз проходили. Сейчас попробуем также пройти уже 96-сотню. Первый раз он себя показал очень хорошо, как и Мерседес. То есть вообще никаких, в принципе, проблем нету, кроме того, что вот у этого Хаммера у него прыгучесть слишком большая. Так, ну ладно, понеслась. Oh,
Вообще просто красавчик. Да. Уж. Если бы я вначале не лоханулся пару раз. Нет, ну там, видите, тоже не лоханулся. Мне пришлось повысить его. То есть по максимуму поставить пружину. Длина пружины, чтобы была высокая. Потому что он тупо застревал, и у него колеса ни вперед, ни назад не шли. Поэтому был косяк. А так как видели, вообще он с первого раза заехал на гору. Это просто обалдеть. Я, кстати, сделаю микс из всех машин, из всех, которые у меня сейчас есть. Следующий ролик будет такой. Именно всеми машинами последний уровень будет пройден. Именно последняя вот эта гора. Вот такой сделаю, замучу ролик. На самом деле прикольно. Будет, думаю, интересен для многих. А на этом мы заканчиваем. Спасибо за терпение. То, что дождались конца ролика. Потому что, блин, на самом деле жопа, да. И все-таки, кто играет в эту игру, старайтесь вот делать высоту пружин высокой. Потому что, блин, ну просто застревает. Все, еще раз спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.